В рамках фестиваля «Волгоградская земля. Волгоградское качество» стартовал конкурс среди представителей СМИ на лучшее освещение темы, направленной на популяризацию рабочих профессий. Главная задача конкурса – повысить статус рабочих и инженерных специальностей среди населения. Последние годы, а это констатируем мы все, вот сознание нашего, в том числе подрастающего поколения, ну, с нашей, в том числе, точки зрения, в плане отношения к труду, не всегда четко и правильно формируется. Поэтому одна из целей и задач, я бы считал, и вот мы это видим, это именно возможность формировать, прививать уважение к человеку труда, уважение в целом к труду, уважение к производству, которое у нас есть. Конкурс среди СМИ проводится в трех номинациях – для представителей телевидения, печатных изданий и интернета. Помимо этого, фестиваль «Волгоградская земля. Волгоградское качество» подготовил ряд интересных мероприятий для школьников. Говоря о фестивале, я скажу, что еще ряд конкурсов заявленных у нас проходит. Это конкурсы совместно с департаментом по образованию, все, что связано с образовательным процессом сочинения, исследования, рисунки. На сегодняшний день формируются графики посещений предприятий детскими экскурсиями. И здесь я предлагаю вам, если есть желание, да, присоединиться к детским экскурсиям, а информация о них будет размещена на созданном специально под этот проект сайте волгоградскаяземля.рф. Подведение итогов всех конкурсов и награждение победителей состоится 5 декабря. Олеся Швыченко, Александр Федоров, Волгоградское деловое телевидение.